Всем привет! Это 13-й урок курса по платформе RoboRace. Сегодня мы узнаем, как можно передавать данные с помощью инфракрасного света, установим ИК-приемник на машинку и научимся управлять ей с помощью пульта дистанционного управления. Модули, работающие в инфракрасном диапазоне, давно и активно используются для беспроводного управления различной техникой – телевизоры, кондиционеры и так далее. Их же можно использовать и для управления машинкой. Передача информации производится с помощью инфракрасного света. Он не виден глазу человека, однако ведет себя точно так же, как и любой другой свет. Рассеивается, отражается от зеркал, поглощается черными предметами. Отсюда следует правило: пульт должен быть направлен в сторону приемника. Только так сигнал может быть передан. ИК-пульт, или пульт дистанционного управления, его еще называют инфракрасный пульт, отправляет сигнал. ИК-приемник, инфракрасный приемник, принимает сигнал. Каждая кнопка на пульте имеет свой уникальный номер. Когда пульт отправляет этот номер, приемник получает его и направляет в контроллер, где этот код сравнивается со всеми возможными кодами кнопок пульта. При совпадении кодов выполняется необходимое действие. Таким образом, каждой кнопке можно назначить определенный алгоритм. Чуть позже мы это и сделаем. Установите ИК-приемник при помощи стоек среднего размера, винтов и гаек на основание. Вывод S ИК-приемника окажется подключенным к третьему выводу Arduino. Давайте выведем в мониторы последовательного порта коды кнопок, которые передает пульт. Попробуйте сделать это не только с пультом из нашего набора, но и с имеющимся у вас дома пультами. Данный датчик является одним из устройств для работы, с которым необходима библиотека. В уроке о подключении библиотек мы уже скачали и установили ее. Рассмотрим функции библиотеки, которые вам понадобятся для управления машинкой. Функция check проверяет наличие принятых с пульта данных. В функцию можно передать параметр реакции на удержание кнопок пульта. Если параметр не указан или равен false, то функция будет реагировать только на нажатие кнопки. А если указать true, то функция реагирует и на нажатие, и на удержание кнопки. В следующем примере переменная data возвращает код кнопки, принятый с пульта. Помните, что при смене пульта код кнопки может изменяться. Используйте этот скетч для того, чтобы узнать коды кнопок. Они будут выводиться в монитор порта. Загружаем код и видим в мониторе порта код кнопки. Проверьте, что все коды кнопок вашего пульта соответствуют кодам кнопок следующего скетча. После того, как вы разобрались с библиотекой и сверили коды кнопок, можно переходить к написанию скетча, который позволит управлять машинкой с пульта. У вас уже есть все необходимые знания, чтобы разобраться в этом коде. В любом случае, вам помогут комментарии. Попробуйте понять, как он работает, после чего загрузите его в контроллер и попробуйте управлять машинкой. Дополнительное задание. Первое. Реализуйте управление машинкой с помощью инфракрасного пульта от телевизора. Например, кнопки увеличения и уменьшения громкости могут изменять скорость машинки, а кнопки навигации вверх-вниз, справа-влево отвечают за перемещение. Второе. Добавьте режимы автоматического движения машинки. Например, при нажатии кнопки с номером 1 машинка начинает ездить по квадрату, а при нажатии кнопки с номером 2 по кругу.